Привет, дорогие наши зрители и подписчики канала на YouTube. Сегодня я хочу вам сделать обзор интернет-магазина, который называется Grand Stock, и чуть подробнее о нем. Итак, так выглядит интернет-магазин GrandStock.ru. Также предоставлен бесплатный звонок по всей России, где вы можете позвонить в любой момент и узнать интересующие вас вещи с 9 часов до 21 часа без выходных дней. На сайте предоставлено около 25 тысяч товаров. Что хотелось бы отметить, что это ивановский трикотаж. Продажа здесь осуществляется в розницу без минимальной суммы заказа. То есть, например, если вам понравилась какая-либо одна вещь, вы можете ее спокойно заказать и не думать о минимальной сумме, потому что 2000, 3000, 5000, как бывает на некоторых сайтах. Также возможность оплатить товар при получении, что тоже немаловажно на самом деле, потому что многие боятся оплачивать покупки в интернет-магазине со своей карты, то есть думая о том, что вдруг товар не придет, мало ли что, все в жизни бывает. Бесплатная доставка по всей России от 7 тысяч рублей. 3 тысячи позиций находятся в распродажах. У нас, вот видите, есть скидки, где можно посмотреть, то есть товары для дома, женщинам, мужчинам, украшения, то есть все, что есть на скидках, вы найдете в разделе «Скидки». Также, что тоже немаловажно, что доставка доступна 10 транспортными компаниями. То есть, например, если вам удобны, например, Почта России, вы заказываете доставку Почты России. Если любой другой транспортной компании, вы заказываете любой другой транспортной компании. Для постоянных покупателей действуют скидки. Также скидки, как видите, бывают накопительные до 7%. Бонусная программа. Экономия за предоплату до 4%. Это тоже очень-очень здорово. Скидка 5% даже за отзыв. Скидка за фото, что тоже немаловажно. Согласитесь, но что 5% получить просто за фотографию, это тоже очень-очень здорово. Здесь можно найти все товары для дома. То есть это постельное, одеяло, подушки, полотенца, шторы. То есть не буду все перечислять, вы сами все видите перед своими экранами. Товары для женщин, мужчин, детям, приворские украшения. Ну и тут у нас идет скидки и, соответственно, спецпредложение. То есть тут можно, например, найти подарки к 14 февраля. Вот, например, нажимаем, смотрим, что у нас здесь есть. Постельное белье, прижанка, серьги серебряные, постельное белье тоже такого цвета, именно как подарочные идут. И различные, смотрите, даже декоративная подушка, губы, например, такая прикольная, подарок, который можно подарить там своему супругу, либо супруге. Различные подвески серебряные в виде сердечка, обложка для паспорта. То есть очень-очень много таких интересных товаров, которые можно подарить либо мужу, либо жене. Так, ну а теперь мы перейдем, наверное, к самому главному. Это к товарам из Грандстока, который нам любезно предоставил интернет-магазин. Вот такую огромную посылку мы сегодня получили. Как видите, тут у нас идет даже такая лента www.grandstock.ru. Все написано: женская, мужская одежда, детская, товары для дома и украшения, соответственно. Интернет-магазин товаров из Иваново. Доставка по всей России. Номер телефона здорово так упакован, даже с их именно лентой. Сейчас мы будем скрывать посылку и, соответственно, все товары, которые нам пришли, мы вам покажем. Вскрыли мы упаковку, и помогать мне распаковывать нашу посылочку мне будет наш сыночек. Как видите, все товары упакованы очень аккуратно. Все завернуто, все в отдельной упаковочке лежит. Ну и приступим с первого. Это подушки. Так, достаем. Вот такие две подушки. Посмотрите, какие небольшие. Размер у нас 70 на 70, то есть стандартные подушки. Легкая, комфортная и удобная. Обладает антиаллергенными и антибактериальными свойствами. В жаркую погоду обеспечивает охлаждающий эффект. Обеспечивает отличную циркуляцию. Кстати, размер подушек вы тоже можете выбрать, например, 50 на 70, если у вас есть такие навычки. Мы выбирали именно стандартные. Подушка очень мягкая. Думаю, она сейчас еще распрямится, когда мы ее вытащили. Комфорт круглый год. Две штуки мы заказали. Нам новые подушки. Дальше переходим. Что у нас? Доставай, Илюша.
Так, здесь у нас идут брюки Бобби, то есть это брюки на мальчика, в данном случае у нас на Илью. Сейчас мы их вскроем. Вот такие брюки Бобби решили примерить немножечко позже, то есть я уже сразу вижу, что Илюша они будут в самый раз. Получается размер у нас 34, рост 128-134. Я заказывала сразу немножечко побольше, чтобы, не дай бог, они не были ему малы, то есть там, либо на раз одели 2-3 и стали малы. А, там, кстати, тоже есть таблица ростовка для детей и также для взрослых. То есть вы можете уточнить свой размер именно по этой ростовке. Очень хорошее качество. То есть они довольно плотные. Они, можно сказать, даже теплые. Конечно, на, например, весеннюю погоду можно неспокойно гулять. Такую не очень жаркую, очень, не очень холодную, но и не очень теплую. Можно спокойно в ней гулять на улице. Детский трикотаж. Теперь. Переходим дальше. Что достаем? Вот это достаем. Это у нас полотенце махровое. 50x80 размер у нас идет, получается. Разворачиваем его. Вот такое обычное стандартное полотенце для умывания, для лица, для рук, для чего угодно. Не знаю, я очень сильно теперь боюсь полотенца, потому что знаете, что очень многие полотенца покупаешь, они на первый взгляд хорошие, начинаешь ими вытираться, они начинают сыпаться. Но в данный момент, то есть на внешний вид, на ощупь, вроде бы такого быть не должно, потому что на самом деле ивановский трикотаж, это очень хороший вообще трикотаж считается, и думаю, что в данном случае такого у нас не будет. В любом случае, потом мы скажем об этом отзыв, если вдруг что-то будет не так. Так, Илюша достает дальше, и дальше у нас, я даже знаю, что это такое, это халат для мамы. Я заказывала тоже себе халат, получается. Сейчас будем просматривать. Так, 46 размер. Цена этого халата, получается, у нас 609 рублей. Сейчас раскрою, посмотрим. Так, развернула я халат. Девчонки, только единственное, что-то я смотрю, небольшое несоответствие. То есть тут я заказывала размер 46, а здесь написано размер 42. Поэтому в данном случае сначала его померяю, как это все будет выглядеть, а потом уже буду что-то говорить. Ну, то есть на внешний вид и на то, что я заказывала, очень красиво выглядит. Не знаю, придает ли камера всю расцветку. Видите, он такой, такими полосами красивыми сделан, карманы. И тут получается у нас на с поясом. Вот перед тем, как, конечно, его одевать, вообще одевать, все отклеивать, я сначала померяю, посмотрю, потому что, видите, здесь указано 46, а здесь 42, то есть, ну, небольшое несоответствие получается. Ладно, это мы сейчас померяем, посмотрим. Дальше, это у нас майка, майка детская, вот такая майка на девочку, это тебе, да, зайка, да. Тоже, так, 30 размер, получается размер 30, тут у нас не указано, какой рост, просто идет размер 30, но я смотрела по ростовке, заказывала именно по ростовке. Сейчас откроем, тоже посмотрим. Вот так мы развернули маечку. И смотрим дальше товары. Дальше у нас трикотажные изделия, это у нас идут женские трусы. Я заказывала их на себя, размер 46, цена трусов 89 рублей. Я их, конечно, раскрывать не буду, но они тоже кружевные, насколько вы можете видеть. Одни синие, другие белые. Точнее, модель получается одна и та же, только разная расцветка. И последнее, что мы заказали в этом интернет-магазине, это вот такой фартук. Вот такой красивый фартук кухонный, яблочный. Видите, какая у нас красота. Ага. Все цветет. Красивый. Я выбирала очень долго расцветку, потому что хотела, чтобы она была и красиво, и в то же время не темный, и какими-то цветами такими. Нашла. Именно хотела. Так.
Это все товары наглядно вам я показала. Все ссылочки на товары я оставлю под данным видео. Что хотелось бы еще отметить. Есть вот такой список товаров. Возвратная ведомость, как видите. То есть, если вдруг что-то вам не подошло, вы можете это вернуть. Так, смотрим. Брюки, платье, халат женский, 46 размер указан, как видите. А лежит 42, то есть небольшая получается ошибка. В любом случае сейчас будем смотреть, мерить, может быть и 42 будет самый раз. Ну что, ссылочка на интернет-магазин будет под данным видео. Также ссылочка на все товары будет под данным видео. Смотрите, заказывайте. Возможно, вам что-то понравится, и вы будете с удовольствием пользоваться данным интернет-магазином. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!